Всем привет! В сегодняшнем выпуске прозвучат все самые новые интересные новости. Расскажу вам о них я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Убедитесь лично, посол Республики Корея искренне восхищен Казанским университетом. Номер один по жизни в КФУ чествовали лучших лицеистов. Они неусидчивы, умны и даже коварны. Молодежь Казани посетила фестиваль прессы «Алтын Калям». В данный момент в Казанском университете открылась международная конференция ТЭОР-2016. В ней принимают участие ученые из лучших университетов мира и представители нефтяных компаний. А уже завтра к конференции присоединятся президент Республики Татарстана Рустам Миниханов. Самые интересные подробности с мероприятия не пропусти в нашем следующем выпуске. Ну а мы продолжаем. Казань – выдающийся город, с которым стремятся сотрудничать многие страны по всему миру. Причем это касается не только экономических связей, но и академических. Так, в ходе своего визита в столицу Татарстана чрезвычайный полномочный посол Республики Корея в России Пак Робёк не упустил возможности посетить КФУ и своими глазами увидеть достоинства прославленного университета. Чрезвычайный полномочный посол Республики Корея в России Пак Робёк не раз подчеркивал, что Республика Корея заинтересована в развитии совместных с Россией проектов в сфере науки, образования и технологий и готова оказать необходимую поддержку перспективным начинаниям. Поэтому в ходе делового визита в Казань он посетил Казанский университет. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов лично провел ему экскурсию по музею истории. После этого у господина Пак Робёка была возможность встретиться с корейскими студентами, обучающимися в КФУ. Посол отметил, что у вуза огромный потенциал, и он надеется на дальнейшее сотрудничество. Я рад видеть, что Казанский университет такой открытый и прогрессивный. Наши студенты учатся здесь в прекрасных условиях. Уверен, в глобализированном мире КФУ будет прекрасным образцом в плане объединения людей разных культур. Я думаю, выдающиеся студенты вашего вуза, Ленин и Толстой, были бы очень рады видеть ваш прогресс. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз. Задумайтесь, вы больше никогда не войдете в привычный школьный класс. Не опоздаете на урок и не получите заслуженную пятерку в дневник. А как хочется остаться на второй год, лишь бы вернуть беззаботное детство. Сколько всего мы бы сделали и успели. Пока вы вспоминаете героя нашего следующего сюжета, время зря не теряли. Они стали гордостью не только родителей, но и учителей. Кто же они? Смотри далее. Для всех выпускников страны завершилась горячая пора ЕГЭ, в том числе и для учащихся лицеев Казанского федерального университета. Наконец-то каждый получил заветное количество баллов и теперь готовится к поступлению именно в тот вуз, в котором давно мечтал учиться. Уже не секрет, как каждому выпускнику хочется стать лучшим. И, кстати, поздравлять в одном из красивейших залов университета выдающихся выпускников IT-лицея и лицея имени Лобачевского давно стало доброй традицией. Это традиционное наше мероприятие, которое проходит каждый год. Это встреча с ректором лучших выпускников лицеев Казанского федерального университета. Здесь представлены победители и призеры олимпиад всевозможных конкурсов всероссийского уровня и международного уровня и высокобальники ОГЭ и ЕГЭ. Ректор Ильшат Равкатович Гафуров очень внимательно относится к лицеистам и всегда по завершении учебного периода и сдачи государственной итоговой аттестации принимает их в одном из красивейших своих залов и рассказывает им о Казанском федеральном университете уже прицельно, потому что это ребята, нацеленные на поступление в университет. Пополнить ряды лучших лицеистов далеко не просто. Все они победители республиканских, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов. А некоторые из них не просто отличники, а стобальники ЕГЭ. Ректор Казанского университета отметил, что успехи лицеистов – это также большая заслуга учителей, в добросовестности которых можно не сомневаться. Я очень рад, что в этом году у нас в IT-лицее первый выпуск. И блин, не оказался полным, да? Пока, по крайней мере, те результаты ЕГЭ, которые мы получаем, они нас радуют. ОГЭ это вообще хорошо после 9 класса. Ну, и русский язык очень неплохо сдали, и некоторые наши лицеисты сдавали обществоведение. Тоже, значит, показатели неплохие. ЕГЭ можно критиковать, за ЕГЭ можно ратовать, но вот это оценка вашего труда.
У каждого выпускника есть свой рецепт успеха. Несмотря на то, что они всем давно известны, тем не менее, по признанию лучших из лучших, эти рецепты неоспоримо работают. Много старания, сил, и преподаватели свою лепту внесли в это дело. Также родители всегда поддерживали меня, и учителя, все, кто были рядом, когда мы шли к этому успеху. И нервы, и какие-то переживания личные, ответственность, которую ты чувствуешь перед родителями, перед учителями, которые тебя готовили. Стать гордостью своего лицея – это не только достижение, но и ответственность. Ведь большому кораблю положено большое плавание. И теперь каждый планирует поступать не только в Казанский федеральный, но и принести университету новые открытия и блестящие победы. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз. А теперь самые свежие новости из всемирной паутины в нашей традиционной рубрике «Веб-ньюз». КФУ будет учить русскому языку дистанционно. Проект в первую очередь нацелен на реализацию в странах Азии, тюркском и исламском мире. В сентябре создательница музея истории КФУ Стелла Писарева отметит 70-летие работы в музейной сфере. За это время она с нуля создала не только музей истории Казанского федерального, но и музей Ярослава Гашика в Бугульме и музей имени Лобачевского в Чувашии. Авторы известного фотопроекта «Следуй за мной» Мурат и Наталья Осман побывали в Казани. Пара сделала фото на фоне мечети Кул-Шариф. Воспитанники школы «Рубина» стали победителями финального турнира по футболу среди команд спортивных школ. В финале юные рубиновцы сразились со сверстниками из «Зенита». Игра завершилась счетом 6-5. Жители Татарстана поставили памятник исчезнувшей деревне Брынке. Ее жители не забывают свою малую родину и решили сохранить память о родном селе на века. В России будут прослушивать телефонные разговоры в офисах. В компаниях будет размещаться оборудование, которое способно перехватывать голосовой трафик и расшифровывать речь, выискивая ключевые слова. Людмила Нагуманова, ранее возглавлявшая департамент довузовского общего и педагогического образования КФУ, стала ректором университета управления ТИСБе. Основательница университета ТИСБе Нелла Прус отметила, что передала вуз в надежные руки. Пока заканчивается первый месяц лета, школьники вовсю готовятся к взрослой жизни. Пробуют свои силы в разных профессиях. Познать азы журналистики и пообщаться с известными теле- и радиоведущими смогли участники молодежного фестиваля прессы «Алтын Калям». Ну что ж, мы прибыли на фестиваль детской, юношеской, молодежной прессы «Алтын Калям» «Золотое перо». Давайте узнаем, что здесь происходит. Здесь молодые журналисты, будущие акулы пера, учатся снимать, монтировать сюжеты и верстать газеты. В течение 4 дней ребята со всего Татарстана посещают лекции, мастер-классы политиков и телерадиоведущих. Так, одними из первых гостей у юных журналистов побывали сотрудники нашего студенческого канала «Универ Смотри». Руководитель новостной службы «Универньюз» Радик Загидулин рассказал о специфике работы студенческого телевидения. А ведущие ток-шоу «Твердый знак» Виктория Новикова и Роман Полинсков поделились секретами создания ток-шоу. Наставники помогли ребятам записать свой первый пробный выпуск ток-шоу. Для всех татарстанских ребят фестиваль «Золотое перо» «Алтын Калям» – это, наверное, первая ступень для познания профессиональной истинной журналистики современной, да, для знакомства с профессией. Это возможность для ребят, чтобы они поняли, хотят ли они заниматься журналистикой, хотят ли они стать журналистами. На фестиваль приехали 110 участников в возрасте от 12 до 18 лет, и каждый очень старается выделиться в своем направлении. Ведь главный приз – бесплатное обучение в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Больше остальных? Нет, все понятно. А какие интересные задания вот есть, например? Вот сейчас они фотографируют Ленина. Да, у них задание такое, как можно интереснее сфотографировать Ленина, и тот, кто снимет... Тот, кто сделает самую лучшую фотографию, тот получит треугольник. Если они все сделают хорошую фотографию, то все получат треугольник. Очень здорово. И очень, наверное, мотивирует. Вот сейчас мы покажем вам. Вот Ленин. Вот, собственно, фотографы. Для самых креативных смешников организаторы «Золотого пера» припрятали подарок – путевку в Москву на посещение редакции крупнейших российских СМИ. Анастасия Иванова, Универньюз.
года пролетели одной минутой. Казалось бы, совсем недавно IT-лицей КФУ впервые отметил свой последний звонок. А уже настало время справлять выпускной. Подробности далее. Настала пора выпускных. Прощаться с любимыми преподавателями, одноклассниками всегда грустно. И все же выпускной – самый долгожданный праздник, ведь после него начинается взрослая дорога. 28 июня свой первый выпуск провожал и IT-лицей Казанского федерального университета. Каждый из вас – это личность, и хотелось бы вас попросить о том, чтобы вы не забывали друг друга, не забывали и лицей, и город Казани, и Республику Татарстан, и федеральный университет. И всегда помнили, что вам дало каждое из этих даже не слов, уже не наименований, а больших позиций в вашей жизни. И хочу сказать, что большому кораблю большое плавание. Тимурбулат Самирханов также рассказал выпускникам и их родителям о результатах ЕГЭ и итогах обучения, после чего благодарственные письма, дипломы и аттестаты были вручены своим владельцам. Видно, что выпускники будут скучать по своему родному лицею. Годы прошли очень быстро для нас. 4 года мы здесь, и они прошли очень здорово. Мы многому здесь научились, можно сказать, росли здесь, воспитывались здесь, в этом лицее. Это больше, чем школа. Это то место, где мы отдыхали, где мы учились, где происходило все в нашей жизни практически. Мы этот лицей полюбили по-настоящему. Он действительно дал нам так много, что я не представляю, как у нас сложилась бы жизнь без него. Потому что сначала, когда мы уходили, было страшно. Мы переживали, то есть старые школы бросать ради какого-то нового заведения. В итоге это все оправдалось, все это многократно увеличилось, то, что мы представляли об этом. Это очень круто, что, ну, вот, как нам директор сказал уже, Рустам Нургалеевич, вообще все это КФУ, все создали, это очень здорово, это просто большое спасибо им за это все. Стоит обратить внимание на особые отношения между преподавателями, воспитателями и учащимися IT-лицея КФУ. Между ними есть прочная связь, которая позволяла с пониманием относиться друг к другу. Я воспитатель по вечерам, все время с ними, все время дает советы, как в жизненных ситуациях, ну, что делать в жизненных ситуациях разных. Честно говоря, не представляю даже, вот, как и без них уже, я тут 4 года с ними. Вот, и, ну, очень тяжело, наверное, будет. Посмотрим. Много эмоций. До 2 часов ночи писал стихи. Ну, и я думаю, что я их запомню на всю жизнь. Это мой первый выпуск. Впереди выпускников ждет поступление в университет. Следующий важный этап их становления. Желаем им успехов. Аделя Валеева, Ленар Давлетяров, Универньюз. Как мы уже не раз говорили, геолог – профессия для романтиков. И чтобы убедиться в этом, на днях наша съемочная группа отправилась со студентами Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ в экспедицию. Вот что из этого вышло. На часах едва за 7 утра, а в палаточном городке в 200 километрах от Казани уже вовсю кипит жизнь. Обязательные водные процедуры, очередь у полевой кухни и, на удивление, хорошее настроение в столь ранний час. С первого взгляда мы попали в туристический лагерь. Но уже через 10 минут наблюдений становится ясно – это самые настоящие студенты. В нашем случае – Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. В эти дни они проходят свою первую летнюю практику. И глухие леса Тетюшского района Татарстана на 10 дней стали для них родным домом. Каждый день у юных геологов буквально расписан по минутам. Сразу после завтрака ребята уходят на геологическую практику. 15 минут на сборы, и вот первый отряд уже покидает лагерь. До крайней точки маршрута без малого 10 километров по полям, оврагам и лесу. Но к этому испытанию на 5-й день уже все привыкли. Как, впрочем, к палящим лучам солнца, назойливым комарам и полному отсутствию благ цивилизации. Ведь взамен ребята получают гораздо больше. Нам выпал прекрасный шанс познакомиться ближе с тем, о чем нам твердили целый год. Пощупать все это. А для меня это еще и возможность узнать больше о Татарстане, посмотреть красивые места, попутешествовать. Здесь я узнал много интересного, о чем раньше не слышал. Мне нравится тем, что то, что мы учили, читали в книгах, было ничего, ну, особо непонятно, представления не имели. А тут мы имеем возможность на своих глазах увидеть это все, понять. Учимся описывать. Написано в книжке, конечно, как определить породу, но у геологов свои фишки. Там погрызть, ногтем поцарапать, да. Целый год же жили в этом в удобстве. Можно на лето, летом выйти на природу,
почувствовать все это в палатках. Хоть есть неприятные моменты в плане того, что цивилизация отсутствует, но мне все равно нравится то, что здесь как бы все сплоченными становятся. В общем, природа, ну, как бы объединяет уж людей. Одной из главных составляющих геологической практики во все времена было исследование обнаженных горных пород. Как правило, для этого будущие геологи направляются к крутым берегам рек, оврагам и пещерам. Здесь ребята оттачивают основные навыки будущей профессии. Строят маршруты экспедиции, изучают строение и состав горных пород, исследуют геологическую деятельность воды и ветра, составляют карты. Все это под чутким руководством преподавателей и даже именитых ученых из-за рубежа. Я обожаю работать с молодым поколением, с теми, кто только делает свои первые шаги в науке, и никогда не упуская подобной возможности. Поэтому с радостью откликнулся на предложение Института геологии провести для ребят цикл лекций на летней практике. Это отличный опыт и для меня, и для других. Когда я вижу, как горят их глаза, у меня появляется сила двигаться вперед, потому что я твердо вижу, что есть для кого это делать. Работа на срезе занимает около 2-3 часов. После геологи возвращаются обратно в лагерь на обед. Здесь голодных и уставших товарищей встречают дежурные по кухне. В меню уже традиционный суп на костре, после – час на отдых. А затем начинается самое интересное. Бывалые геологи прозвали сие действо камералкой. Это своеобразный отчет по итогам работы на срезе. Все, что требуется от студентов, перенести на бумагу маршрут, строение среза и многие другие геологические нюансы. Как выяснилось, это та самая ложка дегтя, но все же даже она не способна испортить атмосферу единения с природой. Я выбираю жить в кайф. 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 Александр Александров, Евгений Максимов, Универньюз. На сегодня это все. И помни, счастье несовершенно до тех пор, пока ты не поделился им с другими. Пока!